Мы заключили с Серегой договор на миллион о том, что он бросит пить. Я здесь даже не пил, блядь. Я просто постоял, покурил здесь. Ну вот 100 грамм, 200 даже грамм выпил. Дай мне 100 рублей, пожалуйста. Ты что, дурак, что ли? Ты сейчас пойдешь, нажрешься, потом искать тебя в больничках опять. Нет. Ну, здравствуй. Тебя даже вот этот миллион не остановил. Дня не прошло. Все, можешь идти куда хочешь. Ну, ты знаешь, да, куда ты поедешь? Лесное озеро. Нет. Трудотерапия нужна. Трудотерапия на благо. Это знаешь? Давай. Смотри, айфон нашел. По айфону трактор проехал, и он живой. Где-то что-то было. Ну что ж. Прошло 5 дней, и, как вы видите, Сергей выглядит намного лучше. Здравствуйте, подписчики. Розовенький, как поросенок, посмотрите на него. Природа. От души работаю просто. От души? С душой работаю просто. Через день после того, как ты его привез, уже позавчера, уже вовсю работал. Он на следующий день работал, но ему еще было тяжело, видно было. А через день уже все, он на 4 рабочих местах побывал, они чинили забор, они копали грядки, они пилили лес, таскали, он пилил и таскал, и уже полностью как бы человек в рабочий, скажем так, ритм вошел, и никаких лишних движений, во-первых, с его стороны, за что ему огромное спасибо, то есть за ним у меня есть вот такие, знаешь, ну, шлопаи я их называю, мы их по-другому называем, но не для контента. Ну вот, значит, Сергей Геннадьевич, как мы его называем, ну вот, знакомьтесь, между прочим, Сергей Геннадьевич, как фамилия еще раз? Мингалев. Сергей Геннадьевич Мингалев. И природа, и труд дают свои результаты. Глаза ясные, лицо розовое. Природа и труд, все перетрут. Да? Вот. Место, я не побоюсь этого слова, оно магическое, волшебное, может быть, да? Хорошее, для многих сакральное, да, доброе, чистый воздух. Свежий, прекрасный, скажем так, да, вот этот вот климат и обстановка в коллективе. Я ему вчера говорю, пивка будешь? Он такой, нет. Все, я как бы понял, что человек настроен серьезно. Сейчас у Сергея Геннадьевича еще впереди, он очень любит челленджи, да, так называемые, испытания. Ну вот, будет у него одно испытание, которое, ребята, вы все увидите у нас на канале Сань Диайвай Лесное озеро. Смотрите внимательно. Вам понравится, вы оцените, я думаю. Ну вот, он будет. Ссылочка в описании. Да, ссылочка в описании. Вы видите, вот, значит, кому не безразлична судьба Сергея, значит, если вы вдруг хотите ему помочь, если вы хотите помочь ему денежкой, ну вот, есть у него свои, наверняка, подписчики, свои, как говорится, люди, которым он не безразличен, вы можете на карту, которая указана у меня в видео под в описании под моими видео, присылать денежку и писать «Для Сергея Геннадьевича». Ну или там «Для Сереги Кишкоблуда», если вам он ближе, как Серега Кишкоблуд. Все эти деньги дойдут до него в полном размере, это я вам обещаю. Получит он и на сигареты, как говорится, и на конфеты. Ну вот, но не на жизнь, в общем. Да, в общем, не на спиртные напитки, и ладно. Ну вот, а курить мы его еще отучим. Серег, ты вообще что можешь сказать? Да я рад, что сюда попал, просто рад. Душой. Что я что-то в жизни сделаю полезное для детей. Тем более для детей, для нашего поколения. Не только, что вы меня запомните, что я только кушаю там во многих количествах. Но я умею еще работать. Еще и такой талант присутствует. Да, работать умею, когда у меня есть желание, тем более такое желание у меня появилось для детей и инвалидов тем более. Решили пройтись с Серегой, посмотреть, какую работу он выполнял. Забор сделал, девкам помог копать вот этот огород. Огород вскопал, грядки, да? Да, забор сделал. Заборчик он поставил. Понедельник выходной, но я говорю, Саня, давай я девкам. Забор сделал, столбы напилил, вбил вот эти, сетку только мне помогли дать. Ага. Потому что одному
Ох, а столбы я сам все вбивал в одного. В понедельник все отдыхали. Я думаю, пойду поработать. Девки вчера грядки делали. Я им вчера помог. Оцени свое качество жизни от 1 до 10 сейчас. Ну, сейчас у меня еще один балл. Пока один балл? Мне кажется, уже ближе к десяточке. Не знаю, блядь. После того, как ты мне помогал. Я же тоже, блядь, что, кто-то в меня верил. Просто сами поймите, коронавирус, блядь. Занятия нет. У тебя, знаешь... Четыре стены, Саня, блядь. Ну, это понятно. У тебя, знаешь, интересная такая диаграмма выстраивается. Взлеты и падения, взлеты и падения. Ну, сейчас я не для себя это все делаю. Я чисто делаю для... Это не для себя. Ну, в общем, ты себя сейчас хочешь посвятить для людей, правильно? Да, для людей. Чисто для людей себя посвятить. Ну, это добротный, похвальный поступок. А для себя что? Потому что, ну... Мне для себя ничего надо. Ну, поспать где-то и поесть, и все, что. Ну, ютубчик посмотреть. Ну, ютубчик посмотреть. Потому что ты-то... А телефон, вот он у меня целый, все. Говорили, что я вот... Поэт просрал туда-сюда. Не, он дома лежал. Я ничего не просрал же сам. Я, знаешь, очень рад, то, что ты не остался на вокзале там помирать. Ну, ты меня и забрал, сам, спасибо, я тебе... Это забрал. И подписчики все хотели этого, и я тоже. Потому что я же говна не сделал никому. Ну, это понятно, я да. Просто у меня самая слабость вот в этом деле была, все. Я знал, что тебе нужна трудотерапия такая. Тем более это для детей все это делать. И я понял то, что деньги для тебя не мотивация. Конечно, деньги это что для меня мотивация. Это миллион, у меня пух, нет ничего. А здесь я чисто хоть посвящу себя чему-то. Может, ну да. Бог мне что-то. Хоть КПД у тебя может, повысить. За это меня Бог и сохраняет во всем. На вокзале везде бережет. От коронавируса, от всякого. Ем много, ничем не болею. Это же все значит что-то. Блядь. Ну, я насколько знаю, ты родом из Горно-Алтайска, да? Да, из Горно-Алтайска. Горно-Алтая, привет. А там люди сильные, здоровьем сильные. Да. Там же... Жил 18 дней на улице, пил, блядь, валялся везде, везде ездил. Ну, живой же. Никакой коронавирус меня не взял, ничего. Удивительно, конечно, это все. Ну, Серег, от себя я хочу пожелать тебе успехов и процветания, ну, спасибо, Саня. В твоих вот этих... можно сказать, начинаниях. И я думаю, подписчики себя поддержат, потому что конечно. Дело действительно, ребят, достойное. Вот этот вот весь пионерский лагерь, он строится для детей. Это все делается для инвалидов. Да, для детей, инвалидов. Реабилитационный лагерь в будущем. Тебе, Саня, в первую очередь, спасибо, что ты меня привез. Не забыл меня на вокзале. Предложил я, с удовольствием согласился. И вам, подписчики, кто меня поддержал в эту трудную ситуацию. Волевому особенно спасибо. Молодец. Друзья, по вашим просьбам, спустя неделю после посещения Сереги я отправился на поиски Коли. Найти его труда не составило, как и обычно он находился на площади трех вокзалов. Я считаю, что Коле нужно дать шанс и помочь вылезти ему из этой синей ямы, так как после 100 дней запоя человеку трудно самостоятельно реабилитироваться. Надеюсь, что на лесном озере Коля придет в себя, и трудовая терапия вместе с дружным непьющим коллективом ему помогут в этом. Поставьте лайк, если тоже такого же мнения. В общем, нашел колька. К Сереге, Коль, хочешь? Серега, привет. Надо привет. Тебя тоже в порядок привести. Прибарахлился где-то. Футболочка вон модная. Ну а что, нормально. Сейчас, в общем, поедем на лесное озеро. Им благодарность большая. Надо тебя тоже из этого состояния вытащить. А мы поможем, чем можем. Все, в путь. Выходи. Блин, Коль, ты давай меня не пугай так. Я же за рулем еду. Кто тебя лихорадит, то ты кашляешь. Я вообще весь на панике еду. Ты че? Ты туда не садись, там дети ездят, понимаешь? Ты, у тебя вещи какие-то, глянь.
грязные. Туда не надо, не двигайся даже. Вот я тебя посадил туда, там и сиди, ладно? Не надо по салону передвигаться. У тебя кашель такой просто, тебя лихорадит, что ли? Ты поешь мясо, я ж тебе купил. 40 минут езды осталось, Коль. Ты давай уж дотерпи. А то же я за рулем, я вообще на изжоге весь еду. Я посматриваю всегда там за тобой, блин. В общем, ребят, приехали. Колёк заснул. Сейчас ждем, пока Саня подойдет. О! На человека хоть стал похож. Добро Хлебом пожаловать. Солью не встречаю. Добро пожаловать или посторонним вход запрещен, да? С хлебом солью, говорит, не встречаем. В ожидании. В ожидании чуда, которое я ему привез. Здорово, Сань. Здорово, человек абракадабра. Кого ты нам привез? Та-да-да-да-та-да! Колёк. Открываем. И тут чудо-юдо. Рыба-кит. Да, ну в принципе я ничего другого и не ожидал. Ну да. Серёг, дружбана твоего привез. Выгружай! Ты, наверное, знаешь, как его растормошить. Иди, встреть. Вставай. Колёк. Вставай, бля. Я его один не утащу. Да его так. Сейчас он сам встанет. Вставай. Коля. Коля. Сейчас он встанет. Да не, не, да не, не, он ходил нормально. Мертвецкий пьян. Он просто пьян. Ты его так и подобрал? Не. В смысле? Ну, мы по пути, он покурил, и мы что-то херово стало. Коль! Ну его явно надо уже давно было спасать. Да, человека. Давайте его дотащим вот сюда на лавку. Вон лавочка хорошая. Подъедь сюда, Сашок, прям вот к лавке. И мы сейчас на лавку его выгрузим, пусть воздухом подышит. Давай. Сегодня подобрал. Да, только что. Да, да. Ты видишь, я тут живой. И, ребят, дела. Давай, Колёк. Салфетки есть? Где-то что-то было. Коля! Не-не-не, вот, сюда, на лавочку. Коля. Салфетки есть? Салфетки. Присаживайся, Коль, на лавочку. Сань, сам все видишь. Вижу. Серега еще как бы... Ну, Серега у тебя отоспался хоть чуть-чуть какое-то время. Здесь отоспался, а Колян, как говорится, с этой, с передовой. Я забирал нормально. Серег, салфетку. Да. Коль, не бросай на землю, пожалуйста. Коль, на лавочку присядь. Присядь. Присядь есть на лавочку. А то он в пространстве потерян просто. Я понимаю. Тихо. Все. Ну, короче, задыхался, ехал. Да, конечно, задыхался. Я думаю, ему тут надо полежать немножко, я посидеть. Думаю, да. Ты нормально себя чувствуешь? Кашляешь давно? Да нет, у него, короче, когда похмелье, он начинает задыхаться. Так он, когда трезвый, он вообще нормальный человек. Да, я видел на видео. Тут вот природа ему, думаю, поможет. Серега бодряком выглядит. Претензий нет? Ну, конечно. Скажи, я хочу бросить пить. Я хочу бросить пить. Все. Тогда договариваемся с тобой сейчас. Ты сейчас отсыпаешься, как отсыпался господин Сергей Геннадьевич. Вот. И мы с тобой начинаем новую жизнь.
Ага, новую жизнь на проекте. Будем трудиться, будем вкусно кушать, песни петь, в баню ходить. Вот. Жить нормальной жизнью. Вот. Но ты должен сейчас вот эти вот первые два дня просто прийти в себя. Я видел тебя на видео, ты человек, как говорится, адекватный. Вот. Поэтому сейчас это состояние мы из тебя, как говорится, свежим воздухом. Вот, выведем и горячим чаем. Ну, сейчас в первую очередь сном, конечно же. Вот. А завтра мы с тобой поговорим. Договорились? Да, все, тогда я сейчас тебя отправляю на сон. Тебе надо поспать. Вот, потом тебя вечерком покормим. Еще раз поспишь. И утром тогда завтра с тобой поговорим. Бычки здесь не бросаем. Если есть бычок, складываем в карман. Потом выбрасываем в урну. Тебе Серега все расскажет. Все, договорились? Да. Добро. Тогда... По рукам бить да, не будем. Сейчас этот у нас эпидемия. Мы дистанционно. Мы тебя, да. Бесконтактно все. Ребят, сейчас еду на лесное озеро проведать Серегу и Колю. Уж очень интересно, что спустя неделю с ними вообще произошло. Как они трансформируются. Я думаю, для них эта трудотерапия очень полезна. И, короче... Верю в мужиков, что у них все получится вылезти из этой синей ямы. Потому что, сами понимаете, жить так нельзя, как они жили. Там у них есть и трудотерапия, и релаксация, рыбалочка, баня. Вообще, я считаю, это самый лучший вариант для них вот в данном случае. Никакая кодировка им не поможет. Только труд. Как говорится, дело и труд, все перетрут. В общем, ребят, сейчас приеду и посмотрим, что с ними стало спустя неделю. Походу, все на работе. Сейчас будем искать, кто где. Серега с Колей где-то тут занимаются. Где вот столовая. Они тут разбирают. Сейчас посмотрим, где-то тут должны быть. Че, работаешь немного? Костер жгешь? Здорово. Привет, подписчики. А вон Калек сидит. Здорово, Калек. Ну чё, как ты? Смотри, выходился. Лес лечит. Да? Лечит, лечит. Трудотерапия лечит. Че, нормально вдвоем работает? Понял. Сработались. И только вот. А вы вместе ни разу не работали, да? Вы только, ну, занимались своими. Да-да, собутыльники, короче. Понял. Ну что, какой масштаб работы у вас? Сносим столовую. Сносим столовую, да. Забили контейнер. Приехал мусоровоз. Забрал поднять. Ага. Мусор сейчас будут забирать, да? Ну да. Но он не мог забрать. Я вам там привез, что вы просили. Хорошо, спасибо. 10 килограмм шашлыка привез. Вообще ничего. Ну, у нас бригада чуть-чуть. Я заходил в магазин, там, сам понимаешь, ну, из мясного мало сейчас вот шашлыка. Видимо, все раскупили дачники. Остался только куриный. Курица там, индейка. А тебе это, ну, то, что ты просил, там, трусы, носки, футболки я взял и по блоку сигарет. И ну пойдем до машины, дойдем. Заберете сразу. Че еще расскажете? Интересно же. Работаю. Я говорю, я душой рад, что Калек выглядит сейчас как человек. А то он, ты, наверное, и не помнишь, да, как я тебя сюда привозил. Я даже не помню. Это вообще. День как отбежался, прихобачивая его. Кормил, уходил. Откормил. Сколько, Коль, прошло? Неделя, да, где-то? Да. А ты тут, получается, третью неделю, да, уже где-то? Ну, две недели, да, ты тут? Да, да. Две недели Серега тут и Коле неделю. Вчера он баньки попарился, в озеро три раза нырял, да? Прыгал. Ну, Саня снял мне, ага. Как я прыгал. Я с разбегу, солдатиком, дурь. О! Ну как? О! О! Холодное? Нормально, обжигает тело. Ну, как говорю... будто заново родился вообще. Ну, тебя... Калек не пошел, я его звал, говорю, пошли по парку.
Я, говорит, не любитель париться. У тебя идет сейчас такое перерождение. Это то, что тебе необходимо. Вообще, вода вообще лечит. И жар парный. Вода лечит, лес лечит. И окружение людей лечит тоже. Отношения нормальные у меня здесь. Со всеми. Прекрасно. Да никто не сомневался. Опа! Это много здесь хорошо. Так, это, короче, шашлык. Ну, спасибо. О. Там, дом. Там смотри, это не, не переверни, да. Так, а тут? Тут Колёк. Там два блока сигарет, один блок Сереги. И там футболка, носки, трусы. Ну, в общем, как заказывал. Спасибо. Я тебя трезвым ни разу не видел, кстати. Ты не очень разговорчивый, когда трезв, да? Да. Обычно под этим делом язык-то развязывается. Ну, Коль, ты хоть расскажи, нравится тебе тут? Нормально. Коллектив нормальный? Нормально. Все хорошо, да? Классно. На огонь сегодня шашлычков. Да. Вечерком пожарите. Да. Привет, Ая. Кто-то говорит, что у нас там, Серега, какие-то отношения... Какие-то там ругачки. У нас Серега все отлично, все нормально вообще. Да, уже... Мы с ним не ругались, ничего, ребят. Всегда объясняю. Просто возникают кое-какие непонятки, которые остаются только между нами. Конечно. То есть бывает такое. Да, сразу подхватывают там. Негатив любят люди. Чем-то. Ну, конечно. Саня где-то там. Да, лес. Там, лес там, на дальнем кордоне, да? Да. Лес валится. Вы на этой лодке, да, плаваете? Да. Еще одна есть вторая. Блин, вообще красота. Это ли не сон? Это на курорте. Конечно. И полезно. И... Полезно совмещаем с отдыхом. Приятное с полезным совмещаем. Полезно. Да. Я говорю, я Колька первый раз трезвым вижу. И это какая история. Ты, Серег, вообще сам-то трезвым его знаешь? Нет, не знаю. У нас встреча... Почему? У Барабинского? Три вокзала, но я кого-то ночью ночевал, ушел. Ребят, чтобы вы понимали, они трезвыми ни разу вообще не встречались. Да, три вокзала было. Ну как, работа ладится вообще у вас? В тандеме работать? Нормально. По кайфу. Он в чем-то понимает, я в чем-то понимаю. И трубы резали, и все. Ну, Колек, ты как? На все руки мастер тоже, да? Ну, оказывается, да. Жизнь прожить не поле, ты не... А ты, Коль, вообще кто по профессии? Я сварщик. Мне кажется, ты тут вообще то, что надо для тебя. Ну, пока работы нет. Не варил ничего тут? Что здесь делать еще? Я тебе, кстати, Инстаграм отдам, будешь его сам вести. Хорошо. Я тебе, ну, то есть логин, пароли, да. Я тебе все вобью, но чуть попозже я тебе расскажу, как, ну, посты размещать. Будешь сам вести. Я его так что сниму. Ну, типа, да. Я работаю, научу тебя. Будешь сам все размещать. Да, очень приятно, конечно, наблюдать на трезвого человека. Ну, серьезно, душа радуется. Потому что сам, Коль, понимаешь... Ну, когда-то он меня таскал, теперь мне пришлось его включать, что отхаживать. Вы друг другу, в общем, взаимопомогаете, у вас идет взаимопомощь, ну, такая. Здесь отлеживался, я ему утром покушать, в обед притаскиваю, и чай, и кофе, и все, и принесу, и лежит. Ну, как, Коль, на курорте, прям чаек, кофеек. Потом уже обнаглел, я ему говорю, давай, ну, сам маленький, это нравится. А кто это у нас тут приехал? Сай, ну чё, я смотрю, трудотерапия идет только на пользу. Какое можно, грубо говоря, мясо я сюда привез. И что сейчас с человеком стало? Ты знаешь, как-то фраза прозвучала, мясо я сюда привез. Не, ну, я сказал, грубо говоря. Ну, на самом деле, я не знаю. Иначе я не знаю просто, как это назвать. Оценки давать вообще не мое, но, честно говоря, конечно, лучше, чем было. Конечно. Самое главное, что им самим нравится. Ты что знаешь, они сами, Сань, улыбаются, стоят. Я их, ну, Колю я вообще первый раз в жизни вижу.
И они друг друга недавно трезвыми, вот только вот они повстречались. У них новое знакомство произошло, я как понял. Типа начало новых отношений. Да, да, да. Не, на самом деле они за тот короткий срок, что у меня находится, хотя уже на самом деле не короткий, Сережа уже больше полумесяца, и Колян вот как неделька. Тоже, неделька, да. Они работают замечательно, мне даже не надо ничего говорить, я просто утром просыпаюсь, вижу, все здесь, их нет, я знаю точно, что они уже там. Вот, и я занимаюсь своими там делами там в лесу, мы там ковыряем лес, валим. Ага, Саня, а ты знал вообще то, что Коля по профессии сварщик? Да, я в курсе. Но у нас мы ничего не варим. Колян сам прекрасно видел, что мы здесь сваркой практически не занимаемся. За все время, что мы варили, наверное, один раз, то каркас вот этот вот для ванны. Для ванны, да. Он, карась, смотри, бьется, смотри, вот что творит. Да, они вот здесь раз. А вот он, вот, кстати, вот он, вот он лежит. Сань. Вон он лежит. Коль, ты сможешь поймать руками его? Давай. Опа. Поймал. Поймал руками. Вот, ребята, и выживание вам тут. Голыми да руками. Ладно, вы гоните. Вот, карась голыми руками был. Контент, слышишь? Да, да. Голыми руками. Видите, ребят? Покажи. У Коли-то дар? Нормальный такой, с ладошки, да. На уху? Шикарный. Ну, на уху мало, конечно. Таких надо штучек 6-7, наверное. Сейчас нерест пройдет, они будут брать хорошо. Ну, а что он такое? Давай его в ведро. Там он... Ну, тем не менее, голыми руками рыбалка. Не, сам факт, да. Все четко сработали. Кто-то услышал, кто-то поймал. Да, кто-то снял. Да, да, да. Все, Колек выпустил. Да, ладно, была бы-то, был бы там такой сом, на которого можно было бы всех накормить. Завалили бы. А это что? Ну, да. Рыбалка голыми руками. Новая рубрика, блин. Ну, трансформация, ребят, вы видите, налицо. Занимаются. Да, все, кто там орут, что они в рабстве, вы, конечно, правы. Абра продал нам его за трактор. Даже был такой придумать. Ну да, я это видал. Он вообще выручает. У него и передох есть. Все колеса ведущие. Так что, ребята, вообще... За руль сам не садился? Да. Какая-то... Ну, Саня сказал, потом научит. Просто он нас не будет. Этого тебе и не хватало, да, трактора. Ну, вообще без него никуда. Вообще выручать надо. Ну да. На нем бревна-то таскать только в путь. Здесь много работы, ребят. Ну вот скоро научишься, будешь на тракторе ездить. Тем более. Два сразу. Да, сейчас на пивораму их. Материал будет. Переработку. Там нет никого. Это на пивораму. Трактор-то выручает? Выручает. Да мы на него копили. Нам, ребят, короче, денег. Наши подписчики еще старые сдонатили. Там один там 60 тысяч, там один 15. Серега, не хватало, да? Да, на стриме мы собрали там что-то 20 с небольшим. Угу. 27, что ли, вот. И потихонечку. Ну, мы еще его не отбили. Нам еще его... 1040 на него надо, короче. Все, я взял денег из резерва, вот, потому что трактор был нужен. Вот. И мы в этот резерв сейчас, короче, мы гасим сейчас долг. Короче, Серег, изолировался ты. У тебя был свой план, своя стратегия вообще по этому поводу. Да нет, ребята, я от негатива изолировался, от всего плохого. Ну, сюда. Самоочищение. Ты что, айфон-то роняешь, Серег? Смотри, айфон нашел. По нему трактор проехал. Серега, ё-моё. Смотрите, ребят, по айфону трактор проехал, и он живой. Разбил экран. Разъебал. Ну, Серега, Серега. Вот так вот. Из кармана откуда? Это ладно, я обратил внимание. И трактор проехал по айфону. Ну, это вообще жесть. Ну, конечно, у тебя вон карман дырявый, наверное. Протри его немного-то.
хоть работает? Работает. Помялся. Ну помялся, стекло треснуло. Да. Ну. Что теперь, не выправить? Пароль набери. Есть. Вмял его неплохо. Что интересно, живой еще? Да, конечно, живой, а что будет? Да, трактор проехал. Ну да, ребят, смотрите, трактор проехал и все. Стекло треснуло, но айфон живой оказался. Серег, главное, внимательность. А то ты, насколько я тебя знаю, я вот рассеянный. В карман руку положил, он отсюда и выполнил. Смотри, вот. Работает все. Вот. Все. Ты выизогнул его? Просто вот он, гнутый вообще айфон. Трактор проехал, ну ё-моё. Коль, как прокомментируешь эту ситуацию? Ну как, меньше надо кое-чем торговать. Да почему, блин, торговать? С кармана, говорю. Карман-то целый. Ну как ты его потерял? Вопрос. Что, трактор проехал? Разрушители стен. Новая рубрика, ребят. Такой настрой мне нравится больше. Сейчас сломаем, дом пенобоки, купим и будем строить новый. Огонь вообще. Здание. Трактор есть, цеплять будет. Дергать. Нормально, нормально. Я думаю, мне и всей аудитории приятно КамАЗ. Смотреть, когда вот такая движуха КамАЗ. Идет, а не когда вы там какой-то дурью маетесь. Ну конечно, все, спасибо, Саня, что ты меня привез сюда. Меня пожалуйста. Понял, что я вижу. Это добрые дела хоть поделать. Я вижу, что тебе нравится. Я рад этому. А то все там пишут, блин, за деньги. Дело люди не в деньгах, счастье. Дело в отношениях. Ты себя ощущаешь, что я делаю доброе дело. Ну, не знаю. Как, ребят, вы видите, Серега и Коля просто в отличном состоянии, прекрасно себя чувствуют. Изменения, как говорится, налицо. Все шик. Мне очень все нравится и надеюсь вам тоже. То, что они работают, релаксируют тут, отдыхают. Серег, Коль, что вообще скажете? Ну, хоть пользу приносим. Для детей, тем более инвалидов, этот лагерь строится. Здесь просто и как вдохновляет. Тем более построен еще в 50-е годы. Столько поколений здесь воспиталось. Этот как энергия это чувствуется. Ну, конечно. Тем более здесь волонтеры приезжают, все семейные пары живут. Угу. Как, ну, гармония, все друг другу улыбаются. Улыбаются друг другу. Все ништяк вообще. Да, вообще. Да. Просто негатива нету сами. Живем в одной большой дружной семье. Да. А ты, Коль, что вообще скажешь? Работаем, трудимся, помогаем. Все правильно. Ну, в общем, вы рады. Да. И я тоже рад, то, что у вас все хорошо. И аудитория, думаю, поддержит вас. Ребят, если вы хотите, ну, видеть Серегу, Колю, как тут вообще все протекает в тонких деталях, я оставлю ссылочку в описании на канал Sunny DIY. Он их там тоже снимает. Можете зайти, посмотреть, поддержать. Потому что проект просто чудесный. Проект просто чудесный. Я всем рекомендую. Ну, как-то так. Буду приезжать каждые 10 дней, проведывать их. Спасибо тебе, Саня. Спасибо. Пожалуйста. Ты нас не забываешь, что привез нас сюда. Вообще. Я сам рад. Радуюсь просто душой, что я, ну, в этой обстановке нахожусь. А оно видно. То, что вам тут хорошо. Посвежело.
Так что трудитесь на благо людей, и все будет огонь. Спасибо. Все, я поехал. И вам, подписчики, спасибо огромное. Дай Бог вам. Дай Бог вам здоровья. Да, что поддерживайте нас. Дай Бог. Удачи. Все, всем, ребят, пока, всем добра.